согласен с Ренатом. Вот от 9 числа сегодняшний ответ. Что типа опять там направили обращение в ГИБДД, столбики не можем поставить, потому что типа уборочная техника приезжает. А в предыдущем был ответ, что не предусмотрено планом что-то благоустройства, что-то такое, этих маленьких дисторных форм. Ну, логично. Здрасте. Они думают с открытым окном. Я могу подъехать? Здравствуйте. Нет, конечно, вы знак проехали пешеходной дорожкой. Я к подъезду, мне надо разгрузиться. Что разгрузить? Разгрузить вещи. Имею право? Нет. Почему? Потому что только если у вас здесь, извините, находится магазин. Не-не-не. Ваш регистратор запечатлел знак пешеходной дорожки. Вы можете потом пересмотреть на видео. Что? Ни в коем случае сюда нельзя заезжать. Вы что? Мне надо разгрузить. Вы будете мне помогать? А? У вас вот помощник справа сидит и сзади. Вы что, инвалидом будете? Зачем вот вы инвалидность используете как какую-то привилегию? Если правда тяжелая, по-человечески мы вам поможем. Это что делать? Вы что здесь делаете? Вот вы смотрите, молодец. Вы не знаете, что мне нравится? Что вы... Хоть и недовольны, но на вы общаетесь. Ваш почему-то пассажир мне тычет. Это пассажир. Ладно, отвечаю вам. Я здесь стою, солнце греет, хожу по тротуару. Если бы я был бы на проезжей части, если бы я... Ладно. Чем мне общаться с пассажиром, когда вы за рулем, и мне приятнее с водителем, да. Пожалуйста. Хорошо, мне вопрос. Дмитрий, спасибо большое, да. Мне вопрос. Правильно, мне вот вопрос. Правильно пассажир говорит, что с дураками общаться? Мне вопрос. Все, счастливого пути вам. А на той стороне, если что, есть парковочные места, они бесплатные, вдоволь, под знаком, и с той стороны тоже. Знаете, чисто по-человечески, конечно же, всегда поможем. Учтите, если вы когда-то встретите нас, и вам, ну, принципиально надо подъехать там к подъезду, к дому, а правило вам это не позволяет, по-человечески попросите, скажите, друзья, тяжелые сумки и так далее, всегда пойдем навстречу, обещаем, поможем. Неважно вы, мужчина, женщина, собака, кошка, пойдем навстречу. Не, ну, конечно, ничего сказать я не успел, но немного странно, да, как вы считаете? Можно вопрос? Вопрос можно задать? Спросить. Здравствуйте, скажите, мы просто задолбали вот нас, местных жителей. Они имеют право, они, ну, вот наклейку у него в руках, они наклеили, вон, держит наклейку, этот вот стоп-хам. Я говорю, наклеил бы вам этого стоп, это как это называется? Ну вот, короче, они на лобовые стекла, они имеют право это делать? Не, ну здесь получается... А вот он, кстати, он, видите, что делает? У меня не наклейка, у меня камера. Я понимаю, камера. Но вы понимаете, что вы задолбали, жители? Мы вот понимаем. Мы просто хотели только что посоветовать... Да просто вы у своих домов. Можно скажу, я до товарища водителя хотел предложить делать? Заехать на подземный паркинг, чтобы он не мешался. Вот. Послушайте, есть подземный милые паркинг. Люди, вот у меня плохо ходит нога. Я с костылями, у меня подруга не могла меня сюда подвезти. Потому что вы дряни и такие. И вы хотите, чтобы мы дряни с костылями за место вас ходили? Не за место, русский. Почему? Язык, потому русский, что вы едете по проезжей... слова «за место» нету. А? Служебная машина задержана. Да, к сожалению, вы не можете ездить и парковаться на пешеходной дорожке. Вы проехали знак пешеходной дорожки. Ну, к вам на самом деле сейчас вообще вопросов нет, потому что вы. Ты обосрешься, ему что-то сказать и сделать. Ты только лезешь к женщинам. Ой, еще один. Да кому я. Короче, люди сзади задержаны. Я понял. Уезжайте, не заезжайте не на служебную машину без маяков на пешеходную. Так, с вами все разобрались, не заезжайте. По поводу вас. За место. В русском языке слово за место нет. Место. Место. Договор. Да, договор. И поезжайте к своим домам. И наводите порядок у своих домов. Оставьте можно мне сказать мои 5 копеек? Никакие 5 не копеек воспринимайте меня не интересуют как... ваши. Ваши 5 копеек меня не интересуют. Я знаю только то, что я на костылях здесь не могла. Вот у меня подъезд, я не могла сюда... В следующий раз, если мы здесь будем... Разов. Мы вам поможем. Не мы надо, все люди, помогать. Мы все понимаем. Нет, а мы не вам надо. Поможем. Когда будут тут... у вас сумки, когда мы была... вам поможем. Когда здесь подъезжала женщина, у меня трое детей у нее. А при чем она трое подъезжала, детей? При том, что ей завести их надо. Так, подождите. Мозгов надо, мозги подождите, надо иметь. Подождите, понятно? А как моя мама с тремя детьми, и что? Извините, раньше ездила, в сад водила. Вот. Повторяю еще раз, у моей мамы мы три брата, как говорится, акробата. Для как особо, она справлялась с тремя детьми без автомобиля? Слышащих плохо, повторяю. Так. Она хотела их высадить здесь, так. Ей наклеили эту дрянь на стекло. Высадка предусмотрена у нас на пешеходной дорожке. Твою людей? Мать. Какую? Твою же мать, а? Мою ты иди поработай лучше, поработай, хочу. Заработай. Не ах, хочу. Работать не хочу, потому отлично. Что вы советуете. Я не хочу не прислушаться хочу. К советам, прекрасно. Когда ко мне с негативом. Прекрасно. Да. Не хочешь работать, а хочешь вот так вот на чужих горбах зарабатывать. Да, да. Я вас услышал, спасибо, хорошего вам дня.
позитив так и прет. Обожаю женщин, прям люблю. Ну как здесь не стать вот этим, как их называть, сладкий? Здравствуйте, а это тротуар. Здравствуйте, я в аптеку. Нельзя на тротуар. Ну ладно, что ж поделать. Давайте, хорошего дня. И вам того же. Здрасте, вы знак, наверное, не заметили. Что? Знак, наверное, не заметили. Так, все. Все стираем заново. Здравствуйте. Вы проехали знак пешеходной дорожки. Здесь ни в коем случае не парковаться, не ездить нельзя. Да? Да. А на той стороне вот свободы парковочные места бесплатные. Ну, команду же мы сейчас. Нет, просто шли, вот живи, мы что оттуда шли мимо. Просто вот так вот будем расслабиться. Ты же замешаешь, что ли? Понимаете, соблюдают правила дорожного движения либо все, либо никто. Вот никак. Здравствуйте. Здрасте. А что вы сейчас делаете-то? Еду. А вы что, господа, делаете? Мы гуляем. Ну, отлично. Давайте друг другу не мешать, я проезжаю. Да, давайте вы нам не будете мешать на тротуаре, мы вам не будем мешать на проезжей части. Я проезжаю как бы. А это не проезжая часть, это тротуар. Ну, возможно. Здесь нельзя проезжать. Ну, дальше что, будем так стоять? Ну, задним ходом вы сдаете, да? Откуда приехали, сюда и уезжаете. Проблема в том, что вы на тротуаре. Хорошо очень. Не согласен, нехорошо. Он тупо заехал без остановки, решил доехать до конца. Да. Я прикола просто не понял. Я думаю, сейчас будет промежуточная остановка. Пока идут кататься, нет. Машины нет. Видишь, никто не мешает. А его не смущает, что он здесь один? Вот как бы вообще странно. Здрасте. А сюда нельзя, подожди. Где написано? А на знаке. Товарищ сосед, вы как так сюда попали? Вы же хорошо, вы же наш 62, да? Да. О, соседи, а как же вы тут на тротуар-то заезжаете? А что, у вас нет работы нормальной? Нет, нет. А у вас? Почему мы сейчас втроем здесь бездельничаем с вами? Кто вы бездельничаете? Я по делам приехал. А, и мы тоже по делам. Какой у вас дом? Ну как-то, мы вот увидели, что вы сюда едете, ну как мы соседа в беде бросим, поэтому приехали за вами сюда. Вот знак, в общем, пешеходная дорожка, изучайте на досуге. Смотрите, на работу, и знак поставьте сюда тогда. Да что вы говорите? Да что вы говорите? Значит, знак 327, остановка стенка запрещена, когда стоит справа, это значит, только справа нельзя остановиться. В левом ряду вы можете припарковаться. Я когда заезжал, его не видно, водителя. А надо смотреть, надо внимательно читать знаки, всегда. Знаки должны быть. Если даже водителя. Знака нет, то здесь у по вас определению. Права есть? У меня есть водительская, да. Вы ездите за рулем? Ну, а зачем я его получил? Конечно. Вы ездите за рулем? Конечно, да. Я сюда приехал на автомобиле. Знак, который не заметен. Он правильно установлен, по правилам? Он по ГОСТу установлен, все верно. Нет. Просто надо внимательно смотреть. Вы же видите столб? Он установлен для тех машин, которые едут справа. Выключите, я не поеду. Выключим, мы нормально общаемся. Да я что ж снимаю? Вы нормально вообще. Так, если бы не нормально общались, может быть, бы и выключил. Я думаю, просто сейчас дотрем, что знак не брали. Видел этот, как вот здесь двойные стекла получается? Да. Видишь, посередине прослойка. В Вольве тоже двойные. Да? Короче, он не готов к общению. Не, мы просто параллельно изучаем экстерьер, интерьер автомобиля. Красивая аэрография. Хорошо, постараемся. Постараемся. Сосед, ну ты чё, да? В гости придем на выходных. Так и знай. А вот он. Все, понял. Что там за знак? А? Вот такой. Нет, вы спросили, что там за знак, я говорю, такой же. Ну, на этой стороне нельзя парковаться, здесь можно. Чем сторона, это тротуар. Ну как? На тротуаре ни с одной, ни с какой стороны нельзя парковаться. Здесь разделительная линия есть, что ли? С этой стороны стоял, можно будет парковаться. Чего? Честно, я даже не понял. Какое-то возражение отработать, потому что я не ожидал подобного. Разрыв шаблона просто. Это новое возражение какое-то просто. Мы привыкли к другим. А то, что он выкинул мусор, ничего страшного, тут же нет знаков. Да, вот это мусор, поэтому это норм. Это тротуар, здесь нельзя стоять. А, чё ты?
А? Кто тебя разрешил съемку сделать? Мама. Мама разрешила, да. Конечно. А что ты сейчас делаешь? Ну вот подхожу попросить, чтобы вы уехали с тротуара. Что, я сейчас уеду? Понял? Мы ждем. Что-то вы везде так гоняете, да? Везде, абсолютно. Ты сейчас этот стрим прерываешь. Да, да, у меня трансляция идет, прямой эфир, понял? Донаты хоть кидают? А? Донаты кидают хоть? А, ты был здесь, да, в Бигалайфе, да? Нет, я просто спрашиваю, кидают, нет донаты или нет? Нет. Название такое, хотя что-то знакомое. Как, что за название? Бигалайф. Бигалайф, видишь? А, это, давай это с девочками, типа, общаться. Сделаем, да? Да, по-моему. О, тогда я не понял, это, прошу. Типа, да? Сайт знакомств или что такое, или... А, тогда я сделаю вид, что не знаю, что здравствуйте, а это тротуар. Меня вообще снимаете. Это тротуар, зачем? Начинается с чего? Вы на тротуар заехали, мы хотели вам об этом сказать. Знак не закрывайте. Нельзя на тротуаре парковаться. Знак женщина. Не закрывайте. На тротуаре парковаться нельзя, вы слышите? На свою машину. Я вам не разрешал на свой тротуар заезжать. А что, он ваш? Наш, для ваш? Людей. И мой, да, для пешеходов. Знак не закрывайте. Полицию, если что-то не устраивает, да, они хулиганят и не портят чужое имущество. Окей? Действуйте в рамках правового. А когда вообще с нецензурной брани выражается, это как называется? А это уже называется контр-аргумент. Наступление. Да. Вы прям как адмирал Колчак, если серьезно. Нет. Давайте снимайте. Да не надо, честь велика. Здрасте. А это тротуар, здесь нельзя. Хорошо, сейчас отъеду. Идем. Наконец-то я вас увидел, мужики. А мы вас. Вас наконец-то. Я прям недавно смотрел. Не решил заехать. Не решил. Люди, я вообще прошу.